Что делать, если совсем скучно? Совсем скучно так, что просто вообще невыносимо скучно. Можно сделать всякое. Ну, например, взять одолжить, купить. Например, доску вот какую-нибудь такую. Даже если ты не умеешь кататься, это особенно приятно и прикольно взять и научиться на ней кататься. Скучно будет по-любому сразу, минут 15, пока ты вот начнешь, раскачаешь свое тело. А потом, через какое-то время, появляется румянец на щеках, какой-то задор, и все, и от скуки след простыл. Ну, нужно просто взять и сделать, выйти на улицу и взять и просто раскачать свое тело для того, чтобы оно получило какой-то дополнительный заряд энергии. Скучно не будет точно. Ты в процессе учишься какому-то прикольному навыку, например, кататься на доске. Никогда не катался, а вот тут научился кататься, потому что не потому, что мне скучно, просто научился кататься. Ну и как бы скука тоже пропала, потому что на самом деле было немного скучновато. Думаю, дай-ка я чем-нибудь займусь. А имея опыт выхода из скуки, я практикую разные физические штуки, заняться телом. А взять какую-нибудь штукенцию, велосипед, например, и покататься. Ну, это нормальная тема для того, чтобы уйти от скуки, как минимум, на какой-то период. Это как вариант.